Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. На заднем плане у меня, как всегда, мой Каспирюша здесь спит. Сегодня будет такой влог немного обо всем, но я, как всегда, буду много болтать. Вот, такое обо всем и ни о чем. Как обычно, ничего не меняется у меня. Вот. Я хочу сегодня вместе с вами распаковать свою посылку с сайта «Рандеву». Чтобы вы понимали, эта коробка у меня стоит четвертый день с момента получения, и я ее не распаковала. Хочу вместе с вами это сделать. Просто реально было некогда, и я, конечно, девочки, очень устала. К концу учебного года два выпускных — это больше, чем я могу осилить. Плюс еще огород. Хотя у нас, на самом деле, холодно. У нас буквально несколько дней только стоит плюс 15. До этого у нас было 9, 10, 8 градусов. У меня стул скрипит, я заранее извиняюсь. Вот, значит, давайте вначале распакуем, потому что я уже очень хочу распаковать. Меня спрашивали про летние ароматы. Я обязательно сниму такое видео и... Здесь, как раз-таки, в этой посылке у меня один из, на мой взгляд, летних ароматов. Я живу в городе Санкт-Петербурге. Лето в Санкт-Петербурге обычно. Это средняя температура 22-23 градуса. Не факт, что будет при этом солнце. Вот. Ночью может быть плюс 18, 17, 16, 15, что-то в этом духе. Поэтому... В этом году, тем более, обещают вообще по всей России, я смотрела этот прогноз, не будет жаркого лета. Вот. Где-то вообще, видела, снег выпадал недавно тут, так что вообще. Вот, значит, жара для меня это плюс 30 и выше. Вот это жара, это уже, да. Хочу похвалить этот сайт, на самом деле. Сделала заказ, и, во-первых, я заказала одну позицию, которую не было в самом начале в наличии, и мне отзвонился менеджер, предложил замену. Я отказалась от замены, я сказала, что я подожду, и мне назначили день доставки, и день в день мне отзвонился курьер, и день в день мне привез. Я живу в пригороде, поэтому очень часто бывает такое, что ко мне просто никто не едет. Или едут, но с опозданием в 5 дней. Это вообще нормально. Здесь день в день. Это на самом деле, ну, огромный плюс этому магазину, что у них такая служба доставки. Классно. Вот. Так. Сейчас там скидки достаточно хорошие. Я считаю, что там получается дешевле, чем где-либо. Плюс я вам 100% гарантирую. Я вот не первый, это мой заказ. И там нет подделок. Оригинальная парфюмерия по очень доступным ценам, я так считаю. То есть на распродажах можно что-то найти для себя очень хорошее. Плюс я ставлю под видео промокод, который будет давать дополнительную скидку 10%. То есть ко всем скидкам еще 10%. Вот. Так что, девочки, кто хотел какие-то ароматы, там еще есть косметика. Очень жалею, что я не посмотрела там, точнее, я уже посмотрела, но еще пока не заказала. Какие-нибудь CC, BB-крем там на лето, что-нибудь такое, да? Ну, хорошая мысля приходит опосля, девочки, да? Так, смотрите, все отлично запаковано. Вот таким вот образом. Вот такая пупырка. Так, плюс... Этот магазин дает всегда подарки. Всегда. Вот сколько я заказывала, всегда кладут маленькие подарочки. И это очень-очень приятно. Вкладывают накладную, что вообще супер. Вот. И здесь у меня два подарочка. Так, это у меня аромат Риана, by Риана. Rap Fleur Love. Что-то там. От Рианы. Кстати, я хотела попробовать эти ароматы. Мне кто-то про них из вас, девочки, писал, по-моему, что это такие достаточно бюджетные, но прикольные ароматы. Но я сейчас наносить какой-то сладковатый. Нет, я нанесу. Нанесу. Слушайте, очень приятный такой пудровый немножко. Пудрово-сладковато-цветочный. Очень классный. Так, и здесь это, я так понимаю, корейский, наверное. Либо корейский, либо китайский.
корейский, вот такой вот пробничек. Это серум Skin House, вот такой вот. Очень, я вот люблю вот такие штучки. На основе них я, кстати, что-то приобретаю. Кстати, хотела еще сказать, я очень часто хвалю, точнее, вы знаете, что мои любимые ароматы, это ароматы от Attar Collection. И как раз-таки на Rendezvous можно заказать вот такой аромабокс с ароматами от Attar, потому что все-таки я считаю, что их нужно тестировать, потому что Attar — это Арабские Эмираты производства, и это все-таки, ну пусть они не классического восточного звучание, но они все равно на любителя, потому что восточные ароматы на любителя. Вот у меня есть вот такой аромат. Мне, кстати, про него девушка написала, что очень хочет его приобрести. Вот он классный. Здесь вот так он называется, роза галор или как-то так, что-то подобное, да? Я его приобретала в прошлом году. На Rendezvous он тоже есть. Это такой... Это для любителей розы, на самом деле. И при этом он свежий, немножко с кислинкой, немножко с горчинкой. Вот это когда вы вот берете охапку роз, и вы вдыхаете эту охапку. Вот просто вот, вот это вот он. Но немножко есть такие восточные ноты, поэтому надо быть внимательным. И, соответственно, аромабокс. Там представлен, по-моему, все ароматы вот эти вот Attar'ы. И можно попробовать, потестировать, выбрать, который он... вам нравится. Советую, прежде чем приобретать, конечно же, потестировать. Так, заказала я из косметики. Вот то, что я ждала, это патчи от Натуры Сибирики. Девочки, вы видели такое? Я не видела ни разу вообще. И это у меня омолаживающие для области вокруг глаз. Вот такие патчи. Я вообще увидела их чисто случайно. Я зашла... Давайте откроем. Потому что я все равно буду завтра лепить их себе, или, может быть, даже вечерком. Зашла в раздел патчи, потому что я в последнее время... А, нет, вот такие золотые девочки. Такие. Вот, закроем. Так, зашла в раздел и увидела патчи от Натуры Сибирики. Они есть разные, абсолютно разные, но я прям решила попробовать. С учетом того, что мне очень понравились маски и вот эти пилинг-диски от Натуры Сибирики, я думаю, что патчи мне понравятся тоже. Более надо как-то себя приводить в порядок, мою усталость куда-то девать. Но я потестирую и обязательно вам расскажу потом. Да, и забыла сказать, что как раз-таки сейчас на аромабоксы хорошие очень скидки, дешевле я, по-моему, не видела. И я заказала летний аромат. Я его очень хотела, я много про него читала, хороших отзывов. И я решила, что он у меня должен быть летом. Это третий аромат от этой марки, из этой линейки моей коллекции. И для меня это именно летние ароматы, вот все три. И это от Marc Jacobs, линейка вот эта Daisy, аромат Sunshine. Вот такой вот. Давайте вместе с вами распакуем. Ну, здесь вот эта вот фольга. Много читала, что по вот этой фольге можно определить, подделка это или нет. Во-первых, здесь все кодики, все это есть здесь. И вот эта фольга, она очень плотно приделана, она очень плотная. То есть, да. Так, то это вода для женщин. Я беру большие объемы. Там есть, по-моему, маленькие. Ну, это классные ароматы, девочки. Это ароматы на лето. Вот такой вот он. Это, да, это лимитированная из... коллекция, или как правильно сказать, издание лимитированное, да? Боже мой, очень хотела. Несмотря на то, что я все хочу пополнить свою коллекцию Attar'ов, вот этот аромат тоже я очень хочу на лето. Почему-то, когда думаю про лето, я вспоминаю его. Смотрите, какой. Ну, это прям летний, желтый флакончик. Как я могла пройти мимо желтого флакончика? У меня от Marc Jacobs есть ароматы Oh So Fresh. Вот такой вот, видите? И вот такой вот, так, Oh So Fresh, это у нас Kiss, а это аромат Dez. Вот, они тоже представлены на Rendezvous.
И у меня теперь вот такой вот третий. Это ароматы летние. Почему я говорю летние? Вот этот, например, пахнет персиками. Вот это вот красными ягодками. Ну, по крайней мере, мне они отдают именно такие. И при этом это такой нежный, воздушный, девичий. Это вот летнее платье, знаете, соломенная шляпка. И один из ароматов дейзи. Реально, какие-то босоножки. И вы идете такая вся. Такая вся в Дольче & Габбана, да? Вот. Давайте я нанесу. Очень хотела этот аромат, хотя многие наносят этот аромат, носят зимой. Первый пшик был пустой. Но нет, это не зимний аромат. Ой, какой он приятный. Мне кажется, он какой-то медовый слегка, что ли. Он такой свеженький. Стартует немножко кислинкой, такой свежестью, легкостью. А потом, да, что ли, какая-то медовость или медовая пыльца. Девочки, я не читала. Точнее, я читала, но я не помню. Мне кажется, какая-то медовая пыльца, что ли. Ой, какой он приятный. Солнечный такой, да, летний, но при этом не удушающий, свежий. Эти ароматы держатся часа 4 точно. Дальше все зависит, наверное, от погоды. Если ветреная погода, то быстрее выветривается. Если такая дождливая, то дольше. Вот когда дождливая погода, они сидят близко к коже. Они не дают там супер какой-то шлейф, но они просто от вас свежо, приятно пахнет. Вот это вообще. Да, слушайте, какие-то цветы, какой-то мед, что ли. Ой, очень приятно, очень приятно. Я еще советую вот этот вот с персиками. Он тоже очень вкусный, но он такой послаще. Вот этот более такой, да, это именно солнечный, именно летний аромат. Ой, девочки, какой он приятный. Какие-то цветочки, пыльца, что ли, какая-то медовая такая, знаете. Ой, очень приятный. Так что вот такая вот у меня теперь новиночка. Тоже буду разнашивать, но еще раз повторюсь, часа 4 примерно держится. Но за ту стоимость, которая они сейчас стоят, плюс скидка 10% по промокоду, у вас получается отличная цена на них. Здесь 75 мл. Вот эти вот флакончики по 75 мл. Есть, по-моему, меньше. Я вообще... Да, есть поменьше флакончики маленькие. Но я советую сразу большой брать. Во-первых, выгоднее. Во-вторых, можно обливаться. Ой, слушайте, приятный такой... Какая-то свежесть такая есть, немножечко, что ли, такая, не могу понять, что это, какая-то акватика небольшая такая, и пыльца такая медовая, не знаю, может, у меня такие ассоциации. Девочки, советую, присмотритесь вот к этим ароматам, этот персиками, этот сладкими ягодками, вот этот пом, более такой сладковатый, вот этот менее сладковато, а вот это вообще, вот этот на лето вообще огонь. Солнышко, я говорю, солнышко, летнее платье, соломенная шляпа. Я не знаю, почему вот такие ассоциации с ним. Какая-то медовая пыльца, супер. Цветочный, действительно цветочный, свеженький, классный летний аромат. Так, распаковали с вами посылку. Ссылочки я все оставлю вам под этим видео, также промокод обязательно. Кто хотел познакомиться, смотрит мои видео, хотел познакомиться с сатарами, обязательно закажите себе наборчик сатар коллекшеном, потому что меня спрашивают. И чуть позже я сделаю видео со своими летними ароматами, те ароматы, которые для меня ассоциируются с летом, то есть те ароматы, которые я буду носить летом. Ну да, это не зимний аромат, нисколечко. Я просто читала, что многие писали, что это зимний аромат. Нет, это совсем не зимний аромат. Зимой хочется что-то такое теплое, согревающее, это более легкое. Так, я еще, девочки, хочу очень извиниться перед вами за то, что я не отвечала на комментарии в последними видео. Девочки, я очень за это извиняюсь, но, честно, у меня просто не было ни сил, ни времени. Я буду исправляться. Под последним моим видео там меня спрашивали про помаду. У меня была микс. У меня был вот такой красный бордовый карандаш от NYX. Это номер 817 Hot Red. Вот такой вот карандашик. И сверху вот такой блеск от Faberlic. Он такой немножко, ну, как фиолетовый. Он не очень стойкий, вот этот блеск. Ну, такой, намазал ли и
И все. Вот как я сейчас делаю. Видите, он немножко такой фиолетовый. И получился вот такой эффект, как на предыдущем видео. Так, посылку мы с вами открыли. Про ароматы немножко рассказала. Помаду показала. Дальше. У нас в пятницу был выпускной у моего старшего сына. Я нахожусь в родительском комитете, поэтому все мероприятие... Да, я очень устала, девочки. Прям вообще очень-очень сильно. Я вам ставлю небольшие такие, ну, кусочки, те, которые я могу показать, потому что видео с другими детьми выкладывать я не имею права. Точнее, я должна спрашивать разрешение у родителей, несмотря на то, что это такое мероприятие. Ну, в общем, вы поняли, я не хочу это все. В общем, поэтому чуть-чуть кусочки маленькие ставлю выпускной. Вот, так что отгуляли, все было отлично, и вы знаете, как-то посмотрела на всех детей, все так выросли. Так быстро дети растут, девочки. Я прямо сейчас как старушка говорю, но это на самом деле правда. Так быстро растут, я что-то вообще... Я прям даже расстроилась на выпускном, мне даже приветь хотелось. Даже сейчас у меня прям слезы на глазах, я не... Ну, такая я, да. Это усталость, девочки. Мы еще перед этим с сыном, я вот в влоге говорила, что у нас не было рубашки, нам нужно было рубашку, брюки одному сыну, второму сыну найти. И, в общем, мы ходили по торговым центрам. Тоже вам ставлю маленький кусочек. Мы вообще с сыном, с детьми питались в кафешках и во всяком таких местах практически всю неделю. Потому что просто я забирала одного с садика, второго со школы, мы шли в торговый центр, в один, во второй, там все это все нужно было покупать, и, короче, был кошмар. Я еще немножечко даже успела прикупить себе одежду. Зашли мы в два магазина, заходили в Gloria Jeans и Vogue. У меня покупки тот же. Так, но в Gloria Jeans я на самом деле, мы там просто купили всякие футболки детям. Купила тут у меня еще что-то. Я до сих пор не разобрала этот пакет, тоже у меня дня три стоит. Это тоже из Gloria Jeans. Простые такие футболочки, короче, я покупала. Вот. На лето. И нижнее белье еще. Кстати, Gloria Jeans неплохое нижнее белье для детей. Вот. А, значит, тут тоже черная футболка. Это все у меня детям. Но я уже думаю, раз я их притащила в торговый центр, знаете, девочки, надо еще нижнее белье. Еще разбираю пакет при вас. Так, ну и себе в Gloria Jeans. Вообще в Gloria Jeans очень сейчас прикольные всякие эти, как их называют-то, господи, платья всякие, вот типа такого, типа футболки, типа майки, знаете, вот такие, вот такого плана. Я там не успела ничего померить, поэтому покажу вам только то, что я успела себе приобрести. Значит, я себе приобрела, девочки,
вот такие вот классные брюки. Я их померю, я буду и носить их дома. Это я взяла 44 размера. Вообще в магазине Отжи нужно мерить. У них и маломерки, и большемерки есть. Видите, какие тоненькие штанишки, брючки. Мне очень понравилась расцветка. Там есть разные расцветки. Единственное, что они идут вот на таком поясе. То есть не резинка. Не резинка. Это, конечно, не очень прикольно для дома. И здесь вот идут просто, ну, две пуговички, да, и молния. В общем, я сейчас померю, одену на себя, померю, девочки, покажу. И также я купила себе маечку. Правда, маечку я взяла размер побольше. А, нет, я эску все-таки взяла, да. Вот такую эску, но она будет просто обтягивать. Хотя мне казалось, что я вроде побольше хотела размер взять. Ну, ладно, короче, вот такую красненькую. Вот так носить. Брючки с красной маечкой. Сейчас я вам померю это все, покажу. Так, вот так вот выглядит. Я извиняюсь, у меня зеркало заляпанное. Надо вообще заниматься уборкой и не только. Значит, брюки. Я бы их взяла бы, на самом деле, по... Они вот здесь вот облегают, но ткань тянется. Я бы взяла их побольше, но я бы боялась, что так как здесь нет резиночки, они будут у меня слетать вниз. Хотя вот здесь вот достаточно плотненько мне сидит, но... На животике, как обычно, вот. Но брюки классные, тоненькие, очень приятные. Знаете, такая ткань, как типа вискоза. Вот, ну и маечка. Мне кажется, мне показалось, что для дома вот так вот маечка вместе с красной, вместе с такими брючками, очень даже неплохо. Вот, так что советую присмотреться. Ну да, здесь вот побольше размер будет слезать. Вот, ну и плюс здесь кармашки, правда, кармашки очень неглубокие. Вот, ну, такие брючки с маечкой. Здесь ходить по участку. Вот, я буду носить это дома. Ну, как дома? По участку, да, я живу за городом, вы знаете. Вот, так что такую вот обновочку себе еще урвала. Вот, ну и на сегодня я уже буду с вами прощаться. Я вам обязательно вот этот аромат, слушайте, он такой цветочно, какой-то медово-свеженький, на мой взгляд. Очень классный аромат. Я вам оставлю ссылочку, конечно же, на патчи тоже. Но патчи я попробую, обязательно вам потом расскажу. Так что вот такое вот у меня сегодня получилось видео. Тоже болтала. Магазин Отжи очень, кстати, советую зайти. Меня спрашивали также про... Какие мне магазины нравятся. Мне еще нравится магазин Бифри. Единственное, что когда вы заходите в этот магазин, там в самом начале лежат такие ультрамолодежные вещи, то есть такие для девчонок там лет 15, знаете, там вот такие вот там топы, кроп-топы такие, всякие разные. А если вы пройдете туда дальше, то там и джинсы прикольные, и платья такие прикольные, ну и качество хорошее, мне нравится, и качество пошива, и цена достаточно такая неплохая. Вот, так что вот такие вот у меня были покупки, все вам показала, рассказала. Сейчас, да, отгуляю я еще один выпускной, и, девочки, вернусь уже в строй. Вот. Так что извините, кому я, если не ответила на комментарии, и если как-то реже стала выпускать видео. Но я что-то реально буду стала. Потом покажу, кстати, огород тоже нужно делать. В общем, все, буду постепенно показывать. Вот. Ну и буду на сегодня с вами прощаться. Надеюсь, что вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Всех люблю, целую и до новых встреч!